В Орске в прокуратуру Ленинского района жители домов по улицам Докучаева, Радостева и по переулку Синчука направили на свою управляющую компанию так много жалоб, что ведомстве инициировали проверку. Представители прокуратуры и государственной жилищной инспекции установили ряд серьезных нарушений. Выявлен факт негерметичности трубопроводов внутридомовой инженерной системы водоотведения. Наличие значительных грязевых отложений на загрузочных ковшах стволов системы мусоропровода в подъездах, загрязненные мусороприемные камеры, отсутствие гидроизоляционного слоя примыкание плит козырьков входной группы в подъезды к стене дома. Учитывая изложенные в адрес директора управляющей компании и прокуратуры района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.